Это моя сфера, никто не ролит. Здрасте большое. Как Войт? Дима, давай добегай. Как медведь Войт. Дай, Грин, не упал плащ. Не беспокойся. Все, все здесь. А где Дайгрин, где пес? Нету их. Кресло без бежим. Да. Ну, пес побежал вперед, согрел трэш, сдох. Наверное, покинул тело без шкаф. Он отошел, где тут. Ты не знаешь, что вы ждете около сундука, если наш человек разраливает? Чего ждем? Пиздюлей. Лок, остановись. А все, не надо. Тыкните. Заходим. Зашли. Дай скиллами на ту сторону. Все, сейчас танк спекут. Ой, хватай, я тоже там. Ребята, хил.
Сейчас. Не угадал. Ресен. Тут только войско зарешено. Сейчас, побафаем. Убирай. Аккуратно. Близко не подходим. Куда побежал? Вяночка, ты чё? Уйдите в сторону. Шаурма, если чё, стоит. Ничего страшного. На большого пока забейте. ДКшники войска давайте. ДК оба дали войска. Уешим. Все видал, но полочка чуть. Захилит они. Может, не хилась пекнуть? Игру. Если Крайсен не сдохнет от бомбы, то захилит. Мартиросян? Ну, Краусен почти Мартиросян. Ты почти угадал, Войт. Ты лучший угадыватель. Хорошо. Ты так нежно это сказал, что я даже тебе начал ревновать. Кевинар? Агро. Ну ладно. О господи. Ребята, вам нравится на лужах стоять, да? Они как бы домах. Я вообще тогда угораю просто. Я рад за тебя, что ты весел. Царь, а ты что такой серьезно? Обычно ты стоишь в лужах и говоришь, ебать, я угораю. А тогда такое серьезно, было. Что с тобой? Я в лужах никогда не стоял. Не торопись. Бить скиллами первого уровня возможно. В лужах стоять вряд ли. А,
что если комбо бить скиллами первого уровня и стоять в луже? Нет. У тебя автобан придет на сервисе. Перекур походу у того, кто за компом только курит. Ну это естественно. Мидвей просто напомнил. Сишку взял себе. Все захотели курить. Вот наконец-то он хоть сишки начал поджигать. Это как, блин, не РТ, это... Дарт Вейдер, блин. Царь, я твой рел. Да ладно. Удел смертных. Тотемы. Струдели берем. Пятьдесят голды за штуку, да, турбо? Ну, крекер, знаешь, что? Чё... Не. Обнимите МП5 в пристан. Сейчас обновят. Стоишь, бьешь, соответственно, босса первой. На первой фазе есть наземная фаза, взлетная фаза. Соответственно. Есть еще вторая фаза. На первой фазе ты стоишь, бьешь со всем рейдом. Мой танчит босса. Соответственно, как он, перед лицом не стоишь, стоишь бочком, будет притягивать, будешь отбегать. Это для всех остальных также. То есть притянул, отбежали. Сейчас 5 меток поставлю. Блять. Далее. На взлетной фазе ты вешаешь на вайда адлайн свобода. Здесь понятно. Когда босс взлетит, ты вешаешь на вайда адлайн свобода. И отбегаете к лестнице. Далее на взлетной фазе, соответственно, как его, будет убираться 5 меток. То есть 5 рандомных целей. Ники я произнесу, будете сейчас расставлю метки, туда выбегать. Соответственно, те кто, люди, которые 5 человек выбрал, превратятся в глыбы, за них будет спрятаться остальной рейд. Если вы будете близко к ним стоять, соответственно, вас также заморозит. Надеюсь, понятно. Далее, 4 глыбы. Будете вздыхать от глыб, будете получать ГП. Мне уже надоело. Смотрим. Будет кидать босс 4 бомбы на воздушной фазе. Соответственно, они подсвечиваются в комнате таким белым кружком. Вам надо спрятаться от этого белого кружка, свою модельку персонажа спрятать полностью за глыбу. Надеюсь, понятно. Соответственно, босс спускается, все то же самое, как и на наземной. Босс будет, как его, настакивать на милишниках обморожение. На милишнике максимум 7 стаков обморожения. Надеюсь, понятно. Так, далее. Будет вешаться освобожденка на 4 людей, у кого сколько стоит магическими скиллами, соответственно, с освобожденкой. Кто умеет, может настакивать, кто не умеет, максимум 4 стака. Соответственно, будет где-то взлеток 2-3. Далее, доводим до 35% босса, начинается вторая фаза. Босс больше не будет взлетать, будет кидать только рандомную метку на человека, любого человека в рейде, соответственно, с ней или в печеньку, или в звезду. Так. И на второй фазе у вас будет как его, настакиваться дебаф на всех. Таинственная энергия, на увеличение дамага. От магии повышаться.
Да, бери. Соответственно, чтобы этот дебаф скинуть, вам надо забежать за глыбу. Это для РДД хилов для милишников. На второй фазе РДД играет по боссу, милишник играет по глыбу. СС. Так. Задумчик повесь на Машу. Дайгрин повесь на Тиджея. По тактике я вам объяснил, чек на готовность. Штрудели, надеюсь, все взяли, потому что будем сейчас их кушать. Когда босса будем спускать, все, кроме хилов, едят эти штрудели. Маски обновите, если что. Первая фаза. Для 5 человек метки – это трусы, луна, крест, ромбик, квадрат. Без разницы, какая метка над вашей головой, идете в эти метки. Соответственно, набираете рейндж, чтобы не сдохнуть. Если будете близко, нанесется дымак от двух глыб. Если не на этот, не успеваете куда-то в место пробежать, пробегайте чуть дальше. Соответственно, на когда будет воздушная фаза, надо будет подбивать глыбы. Подбиваем до 30%. Значит, рыбу не вижу. Посмотри. Там вон на ней конь стоит какой-то. Пан. Все. Соответственно, на второй фазе ориентировочные метки печень, звезда. Куда выносить, что делать, я буду анонсировать. Так, чек на готовность. Надеюсь, штрудели все взяли. Пропесту, пан. Все готовы. Заводи. Кушаем штрудели, спустились, кушаем штрудели. РДД, ой, хилы хилят. С агро, ребята, очень осторожно. Ханя врит, сразу лайк. Так, Чолкин по турбо сальву. На пса сальву дай, Балтер. Забирай. Пес за грот следи. Отбежали. Все нормально. Дай что это было? Это мы ее перевели. Отбежали. Очень царь, Далин, Лианочка, Задум, Маша, вышли. Ай, блядь. Справа. Что? Что, Маха, следи по центру. Не разбейте лишнюю глыбу. Прятались. По центру чуть-чуть правее. Разбили глыбы. Быстро все глыбы разбили. Тварь! Я сейчас тут сдохну в одиночестве. Если бы не второй... Рот закрой. Макрякер в сальву по царь обезьян. Так, как мне таргет быстро выделили? Отбежали. Далин, БР, Дайгрена. Вайда прохил. Пробафали Лока. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто
5 меток. Бузер, Шамаха, Лианочка, Уматума, Маша, вышли. Отошли от этих людей. По центру. Раздамаживаем глыбы до 30%. Блять, как вы сдохли? Диджей встал. Левую хватит самую. Слева. Ребят, вы прятаться не умеете или чё? По центру чуть-чуть правее. Разбили глыбы. Диджей, вставай, на тебе был СС. Маша, БР, Диджей. Рабафа для друида. Вальтер, Фрост Ауру. Поцелуй по турбо сальва. Что там по турбо? Бежали. Вальтер, мастер Ауру, быстрее. Нажал. Ну, давай, Фрост. Душная фаза. Войт, БРК, Тиджей. Ромка, Турбой, Смокрякер, Далин, Маша, вышли. Пока не вставай, бомба упадет, встанешь. Тогда забегай. Осторожно! Ебать. Прячься! Ты чё? По центру чуть-чуть правее. По центру. Центральную грыбу разбей. Нормально там всё. Справа близко. Спрятались. Разбили глыбы. Бузер, не лови, блядь, эти бомбы. Не первый раз здесь. Разбили глыбы, быстрее. Бэров нет, он должен быть. Карасян, встать можешь? Вставай. Забафали шамана. Фреш фиш АФК. Дима, чё с тобой? Может вылетит. Подбежали. Вторая фаза. Босс больше взлетать не будем. Слушаем Никио. Куда чё отбегать? Да, налево. Играем по... Вайда прохил! Милишники глыбу разбили. Макрякер сбрасывай стаки. За глыбы за этой. Такое. Центр отошли. Легли. Надо замены делать. Мастер, ты тут? Народ, я подвис, хорипал. Я тоже подвис. Для Вани, помню, хотел на замены. Так, Красен. Только друг хотел на замену. Красен на замену. Джованни в рейд. Мастер, ты тут? Блин, плохо, Маша. А кто вам там надо на замену? Танкадру заходи. На друида. Хил нужен. Друида этого тоже, наверное, не знаю. Можете подождать 3 минутки 5 максимум? Випку. Или заходишь? Или захожу там. На лича, я думаю, випку вместо так. Того друида.
Випка. А, так, про випку я забыл. Получше будет он заменить. Так, погоди пока. Сейчас, если не справимся, буду еще менять. Пока что только друг у меня вибер. Забыл я про тебя. Диджей. Вот. Да, я понял. Давай, батя. Бомбы, которые падают, 4 штуки, когда синий раз взлетает. Маш, давай на замену. Они подсвечиваются синим кружком. Понимаешь? Мне вчера, правильно? Да. Ты понимаешь, как прятаться за глыбой? Суманите. Шкаф. Ой, это я стоял за глыбой, но почему-то у меня стаки не скинулись. Я не знаю, может быть, так быстро глыбу уж убили, но да. Секунды даже не, ну, типа, не скидывались стаков. Тебе надо с, на таинственной энергии ты имеешь? Ну, а что это за обнова? Что у меня, блин? Только это двух дождей. Выглядит, которые как камень ночи выглядят. Обычно за глыбу забегаю, на них секунды начинают тикать, как до сброса. А этот раз они не тикали. На первой фазе или на второй было? На второй. Соответственно, не скорее знаю, всего, не спрятал полностью иконку свою от босса. Глыбу прожми. Да нет, я же даже эти отключил. Фреймы, там быстро типа, чтобы... глыбу там убили. Вот может быть, да, из-за того, что глыбу быстро залили. Нет, ты смотрел. Не просто должен с ним встать, ты должен, короче, так встать, как вот от бомбы, чтобы синдрагоса перекрывалась тебе... глыбы. Нет, если ты стал чуть в бок, чуть вправо, там нет, надо прям чуть в бок, чуть вправо, я тебе говорю, держаться. Я стал ровно. Так, сумойтесь. Гужмяка и все. Так, все здесь? Там, как... Не начинаю, у меня с экипировкой проблемы. Не делай. Так, соответственно, с поглыби смотришь, Макрекер, тебе надо уже стоять где-то не под боссом бить. Вот, когда фаза вторая началась, тебе уже надо где-то держаться на расстоянии вот так вот, где-то между трусами и звездой. Не так, чтобы тебя глыбу, глыбы... То есть ты попал в глыбу. А так, чтобы она упала, человек вынес, его заморозил, ты сразу же начал стаки сбрасывать. Сбросил стаки, пошел на место Войда, забрал босса. Войд дальше за следующей глыбой стаки сбрасывает. Соответственно, так же. Соответственно, когда Войд будет забирать у тебя на второй фазе, ты пойдешь стаки сбрасывать. И вот так вот вы меняетесь, забыл это сказать. Понял. Вторая фаза, я, получается, бегу за глыбу, скидываю стайки без потом ничего. Маги, халка есть. Только главное этот, как его, подойди на место того, где стоял этот... Я понял. Чтобы боком стоял с драйпа. Чек на готовность. Рыбу он поставил. Штрудели все взяли, кто кого добрали? А, Боль, то тебе не кидать не надо этот блайн, да? Ты сам да, скидываешь себе. Так, еще раз чек на готовность. Все готовы? Каемся, заводим босс. СС и все так же. А, СС, ты на танкодру. Штрудили, кушаем. Силы прохиливаем, рейд. Пар, на ХП, пожалуйста, клик. Ты не забывай этот вешать, как его насел под стень. Я по КД взял. Вот у меня агро большое, я прямо под стень. Челки на турбо сальву. Так, я на пана сейчас дам.
там бежали. Шамаха, следи за стаками. Блять, да вы издеваетесь, что ли? 5 меток. Джованни, Пан, Вальтер, Медвей за дом вышли. Центр. Ты, Джей, на тебя вешали, СС? Близко. На танка был? Нет. Дама. Галин, бэриш Тиджея. Тиджей, бэриш танка дру. Только тогда, когда уже глыбы начнут. Справа, аккуратно. Молодцы. Охуенно, от дотков до дотков. Легли. Нет, не дотки до дотков. Смолвили, выпускал свои шары ебаные. Легли. Подбегите под морду. Вы чё начинаете изобретать велосипед, блядь? Я не пойму, нахуй, здесь первый раз. Или чё? Или, блядь, вы сидите здесь долго. Мы сидим здесь 3,5 часа, даже меньше. Не 5 часов. Не тому подобное. Масс-рез дай. КД. По одному рез. Чё за фигня? Я не пойму. С таким вы этот проходом хотите дальше строить крепость, бурь, ЗС и тому подобное? Так косячу. Книгу заклинаний. Откройте походный облик. Вытащите его на панель. Поставьте на удобную кнопку. Ребята, кто не может от притяжки убежать, просто тупо подойдите ближе. Главное, не в морду. Все, встаньте в кружок даже РДД. Вот, слышишь, что за фигня? Я в бок дамажу, она меня кидает, блин. Куда кидает? Не забывай. На ступеньке. Подальше стоит. Не забываем еще, что этот, как его, следить за стаками обморожения, за стаками освобожденки. У меня фрейм для миликов примерно такой же, как на этом халёне. Короче. На циферках 1, 2, 3 есть белая циферка, есть красная. Красная — это когда ты не можешь достать, ты не можешь бить. Если танк дрон не запусти, все, только босса. Стараюсь. По этим циферкам ты увидишь, если циферка еще белая, отходишь на максимум. Циферка красная, чуть подходишь. Идешь на максимальном ниже. Тогда не будут откидывать никого. Пол баф дали, чек на готовность. МП-5, по крестам, пожалуйста. Патрулям тоже. Да с бафом. Так, все готов. Справимся. Кушаем, что ли? Себе сагнул.
На мага кидать? Роутинг по псу. Подбежали, пёс собачий. Вальтер, Пан, Бузер, Шамаха, Шарпистол. Вышли. Извини, Дело. Пёс. Пёс это кто? Вар. Пёс собачий. По центру близко. Слева близко. Слева далеко. Разбили голову. Царь хорош. Бежали. Трепещите, чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Сильно. Здесь ваше вторжение. Воздушная фаза. Никто не уцелеет. Макряки, Ром, Капан, Саммервиль, Далин. Не бегайте вы вместе, вы что делаете? Право близко. По центру далеко. Не убейте глыбу раньше времени. Где, блядь? Слева близко. Право близко. Молодцы. Разбили глыбы. Шамаха, встать можешь? Туда лежит пока. Это он 3к ДПС дает. Не надо тратить на него. 5% фрита дает. Блять, за стаками-то следим. Диджей по Пчелкину. Танкодру по Фрешфишу. Рахил, пойда. Воздушная фаза. Бафнули. Зайдум, Дайгем, Танкодру, Диджей, Шерпистол. Вышли. Справа. Слева. Где, блядь? По центру. По центру близко. Разбили глыбы. Дроль бафни. Сальву по мне можно, царя обезьян?
Челкин по турбойсу дай. Бальтер по царю обезьян. Вот. Вторая фаза. Царь налево. Танк, отойди. Прячься. Милишники по глыбам, РДД по боссу. Иди меняй. Саммервиль на центр. От Саммервиля отошли. Ниже спускайся, ниже спускайся, сука. Чё? Саммервиль, чё за хуйня? Давайте уже ХП, да и всё. Поддерживаю предыдущего оратора. Это лайк. Блять, не сильно уже смешно нахуй. Спать хочу уже, вкусно. Часа два, ну. Это Саммервиль говорит? Нет, Ума-Тума говорил. Ну вот, человек хочет спать, то он не косячит. Там вот тут метки есть, ребят. Для тебя для дурачков. За проблему? Это последний раз было без ГП. Наебали. Ребята, я вам напомню, если вы забыли, на второй фазе, если вы хоть за одной глыбой не скинете стаки, то вы сдохнете, мы вайпнемся. Я не буду объяснять, просто вы должны понимать, что за каждый... Давай перекурим, Войс. Есть у кого джинс? Три минуты. А, заебись, я пока успею съездить починиться. Не надо, я джинс поставлю. А, есть, да? Благодарство. Причем опытный. Говорили русским языком. Не на русском. Звезду на второй фазе выносить. Почему он понес в крест? То пропадаешь, то, то хрипишь. Хуй пойми. Ну, общую суть уловил. Крест — это не метка, куда выносить на второй фазе. Крест — это метки, куда выносится на первой фазе, на взлетке.
Чек на ФК. Вот смотри, последний раз, когда все отбегали, да, она прокастовывала мне как танку, куда надо. В смысле? Я здесь. Челкин. Ну вот, она раскастовывала, чувак должен был вынести лед в звезду. Смотри, ты что делаешь? Вот начинает вторую фазу, соответственно, он танчит, да? Звезду метку выносит первую. Ты должен, вот, блять, как тебе объяснить дальше, да, эти метку поставлю. Ты примерно, блять. Не, я понимаю, я должен стоять, я понимаю, что я должен скидывать стайки за льдом. Вот я скинул. Ты скидываешь стайк, соответственно, пошел менять войдов, войд биста, мишку нашел, встал на его место, нажал таунт, он убежал, да. Сбросил стайки, соответственно, пришел тебя менять. Он тебя, как его, переагрил, ты отбегаешь, смотришь, куда человек с меткой вынес глыбу. Если я сказал налево, значит, он будет выносить в звезду. Если в печеньку, соответственно, этот, он будет выносить в центр. То есть в центр печенька, налево звезда. Ты в основном будешь скидывать за звездой. То есть тебе уже надо, это, то есть ты побежал, смотришь, ага. Уже стоит человек, на нем метка, на к нему близко подбегает. Ты чуть-чуть отбегаешь, не надо на центр убегать. Отбегаю вот с этот... Сейчас я тебе сюда мы тут погодим. Чтобы босса не загнать. Смотри. То есть оббегаешь его примерно вот с этой стороны. Вот. И пошел. Где череп видел, вот мигал. И пошел, да, вот видел. Так вот. Когда уже разобьется, ты уже подходишь, сбрасываешь стаки за глыбы. Все, проблемы нету. К примеру, первая, да, пошла налево, а ты уже побежал вот сюда. Примерно где-то вот тут стоишь. Даже вот не тут, а подальше. Ну да, уж подальше. Все, проблемы нет. На танков. Чек на готовность. А, ты должен вынести метку. Да, если на тебя кинется метка, соответственно, слушай команды, куда выносить. Все готовы, спускаемся. Штрудели едим сразу. Если думаем 11 штук, которые, да? Прохиливаем рейд. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Челкин, дай по мидвею сальву. Вальтер, по ту войс. Убежали. Шумаха, ну ё-моё. Убежали. Да, ты ему ХП уже. Ромка, турбой, спан, далин, диджей. О, опять тупится, блядь. Давай, смотри, справа. Проебался, сорян. По центру чуть-чуть правее. Слева. Разбили голубы.
тебя от притяжки. Убил от притяжки. Вальтер, фастовую ауру. Убежали. Давай, мастер аут. Отдавай льда. Диджей, аккуратно, сейчас сдохнешь. Турбой, Дайглин, Царь Обезьян, Бузер, Сомервиль. Вышли. По центру, близко. По центру. Слева. Справа. Разбили. Бежали. Припишите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Здесь ваше вторжение. Воздушная фаза. Царь Обезьян дали медвей, тяжей шерпистол, вышли. По центру. Дима, у тебя лагает. Нема. Справа. Рог, я к тебе. По центру. Разбили клубы. На труб. Угу, сейчас было. Вальтер подавался ли? Да, на турбо так. Челкин, Попану. Вторая фаза. Пан налево. За стаками следим, сбрасываем стаки. Меняй. Бузер стал, потом моноцентр. Отойди. Ревностный, да. Рахил этого Макрекера. Бежали. Колбу не сбивайте, ты что делаешь? Крэмфиш налево. Далин. А что делать? Да все, это пизда. Так, Макрекер, ТД. Так. Я, собственно, про этот момент и спрашивал изначально. Нихуя не понял, что случилось.
Хилы очень неопытные, из всех хилов нормально играет только Шерпистул, Пчелкин, Танкадру, остальные Страки. Подбегают Страк. Постоянно, дохнут на обморожении, на притяжке на этой. На чем, блядь, дохнут? Успокойся. Танкадру нормально бегает, раз только тупанул. Первый. Ну, так. Да. Мне кажется, ДПСа убить хватит. Нужно сделать так, чтобы никто не падал. Это первое. А второе, шестой хил тут вообще зайдет прям, кстати. Тут нужен стимул, чтобы убить. Давай, я хочу.